Снова всех приветствую. Одесса, 6 мая 2023 года. Мы с вами в парке Шевченко. Пришли в этот, в лунопарк. Парк аттракционов. Как-то людей тут не густо. В Аркадии намного больше людей. Колесо обозрения крутится. Вот, самое классное колесо обозрения, на мой личный взгляд, это в Харькове, в парке Горького. Там, конечно, оно суперское. Да там вообще парк, всем паркам парк. Но на Украине такого нету, как в Харькове, парк Горького. Конечно, оккупанты его 100 раз бомбили, 100 раз туда были прилеты. Некоторые аттракционы повреждены. Вот. Но, тем не менее, тогда, когда я был в том парке, это было еще, наверное, я не знаю, лет 5 назад, 6, там была красота. Нигде, ни в Киеве нет такого парка, ни в Одессе. Там вот эти два таких классных места. Парк Горького и экопарк Фельдмана. Там с животными. А еще буквально до войны в Харькове там открыли новый зоопарк, обновленный, там вообще суперский. Но я там, к сожалению, уже не был. Даст Бог, закончится война. И мы с вами съездим в Харьков, погуляем по Харькову, поснимаем харьковские красоты, харьковские парки, харьковский центр. Вот, но это будет чуть позже, не сейчас. Мало людей, вы видели, кто смотрел мои видео с Аркадии, сколько в Аркадии людей гуляют и сколько здесь. Две большие разницы, очень мало.